война. Страшная и нещадящая. Миха! Пилота не убивай! Борьба за право быть первым. Захватить его живым, если возможно. Если невозможно. Ликвидировать. Первым среди убийц. И обо мне люди будут спрашивать, не как он это сделал, а зачем он это сделал. Алексей Серебряков, Рон Перлман, Алексей Чадов. В День Победы, 9 мая, в 22:20. Второй фронт. Премьера на русском иллюзионе.